Отстреляли лучше всех. В Владимирской области завершился чемпионат МВД России по стрельбе из боевого оружия. Состязания прошли в 26-й раз. На чемпионат приехало более 400 сотрудников из разных регионов России. 4 дня они соревновались в стрельбе из пистолета Макарова и автомата Калашникова. По итогам соревнований в общекомандном зачете в первой группе победила команда МВД России из Башкортостан. Полицейские Владимирского региона стали лучшими во второй группе. Пальму первенства в этом виде они удерживают 8-й год подряд. Руководитель муниципального предприятия «Владимир-Водоканал» Сергей Семихатов покинул пост. Он исполнял эту должность 4 года, а теперь написал заявление об отставке в связи с переходом на другую работу. Исполняющим обязанности стал бывший заместитель Сергея Семихатова по производству Александр Кладов. Инфляция снизилась, но товары подорожали. По данным Владимирстата, на апрель по сравнению с декабрем прошлого года почти на 2% выросли цены на продукты питания, непродовольственные товары и услуги в регионе. Эксперты отмечают снижение темпов инфляции. За год она составила 6%. С начала года некоторые группы товаров подешевели. Снизилась средняя цена на мясо, птицу, яйца. А вот на морепродукты, овощи, молочную продукцию и алкоголь цена увеличилась. Подорожали также ткани, обувь и табачные изделия.